Так, всем привет, это Desert Strike, у нас дуэлька против рандома, и нам также попался рандом, в данном случае тиран. СЗ какую-то тактику делать, так что строим мародеров наугад. Потому что что-то не строить больнее. Он ничего не построил. Либо в тир 2 идет, либо смотрит, что я строю. Ну а там раз-то хоть. Ротус, походу. Ротус, так Ротус. Недостаточно минералов. Кому навешать? Дарков, что ли, хочет построить? Ясно, понятно. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Свое время отпустил, как бы. Все это время у меня добывалось. 10% больше из-за того, что умеет мать. Так, я даже не знаю, кто мне пишет. Недавно играли. Почему невозможно вдруг? Конфиденциальное сообщение типа. А вот и тир 2. Понятно. Инки, значит. Чё им писать не могу? Могу, потом могу. Теперь вас можно просветить. Чё? Достаточно минералов. Танк на Марсе!
танка ты меня вряд ли перемасишь. Ну как скажешь, сделай. Трудовым подвигом готова. Уж точно. Грейдов-то нету у чувака. А у меня есть. Так, фанбой, конечно, строил.
Да ну нафиг. На эти. А эти. Куда летим? Начнем! Полный вперед! Любимые минки против меня же используют, но я их решил не использовать, как видите. Ну что, подмасим танков, мародеров, мариков, снайпов еще можно. Кто-то подал, конечно, с своей стороны. Хотя он вряд ли контролил их. Все что. Хорошо так сносят. Между прочим. Слабенький соперник попался. Как бы сразу мог сюда подстрелить, типа не шей тиран. Я тут, кстати, подстрел и подумал, что он протос. А он тиран. Но это ему не помогло. Все. Победа. Победа за нами, дорогие товарищи. Так что до новых встреч, до новых боев. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Не забывайте поддерживать мой канал. До новых встреч. Пока.